Привет, меня зовут Алла Шереметьева, и вот только что закончился наш спектакль, и я первый раз принимала участие перед зрителями, и это супер. Я реально под большим впечатлением, потому что это командная работа, это когда ты чувствуешь друг друга, друг другу помогаешь, где-то, конечно, были моменты импровизации, но это супер, это то, чему учила нас Полина, и входить в обстоятельства. Предлагаемые обстоятельства. Это супер. Что понравилось на курсе, чему я научилась, это, опять же, импровизации, когда неожиданно что-то на тебя обрушивается, ты принимаешь эти обстоятельства и начинаешь играть, то есть ты тогда проявляешься реально по-настоящему, такой, какой ты есть. Вот это твое внутреннее «я», оно и выходит. И это супер, ты это принимаешь, и опять же, чему еще научилась, командной работе, ну и всему актерскому, которое только можно, то есть эти отработки, мимики, эмоции, очень много всего уже не перечислишь, но что могу сказать, что Полина очень классный режиссер, она молодец, она схватывает опять же наши внутренние ощущения и те же роли, которые выбирал каждый себе, она подстраивала и выбирала то, что лучше для нас. То есть это так комплексно и классно произошло, что все вот ощутили, да, действительно, я вот в этой роли, и я прочувствовала эту роль. Она помогла каждому ощутить себя по-настоящему в своей роли. Это супер, спасибо большое. Меня зовут Алена. Впечатление после показа очень интересное, потому что очень быстро все произошло. Такое ощущение, что хотелось еще дальше играть. Получилось намного, ну, мне показалось, что получилось даже намного ярче, потому что чувствовалось отклик от зрителя, чувствовалось, они поддерживали. Поддерживали, и была тоже командная работа, чувствовалось, что все знают, что им надо делать, помогали друг другу, чувствовалось партнерское взаимоотношение, ну, поддержка от партнера. Что я получила от школы Splash, даже больше, чем хотела. Потому что я пришла с одним запросом, но у меня получилось даже более развернуто. Потому что научилась выступать перед камерой, научилась не бояться говорить, научилась верить в себя, научилась концентрировать внимание, научилась ставить, ну, иметь отношение к чему-то, да, потому что если у тебя есть цель, какое-то отношение, то у тебя совсем по-другому красиво это получается. И очень благодарна Полине, потому что она находила подход к каждому, и она это находила в позитиве, с любовью к каждому, и не чувствовалось, что ты всегда чувствовала, что, ну, мы единая команда. И она находила то внутреннее твое и помогала его больше раскрыть. И мне очень понравилось, что она индивидуально показала каждому, какие у него плюсы, какие у него ресурсы, что он может, чтобы мы не были похожи друг на друга, а именно раскрыть тот свой потенциал, который у тебя есть. И самое главное, что от этого потенциала кайфовать. И я даже и в жизни стала более раскрепощена, ну и тоже начала искать, а что я еще могу, а как я еще могу, а где я еще могу раскрыться, показать себя, узнать себя больше. И спасибо. Эти 2 месяца прошли очень интересно. И у нас очень хорошая команда, и очень интересная команда. И все очень-очень классные. Мне все понравилось. Спасибо. Привіт, мене звати Аліна. Мені дуже сподобався наш показ. Це було страшно за кулісою, але коли ми виходили на сцену, це було кайфово. Я дуже сильно кайфувала від цього, це було дуже весело і прикольно. Прикольно було тоді, коли якісь були замінки, але я навчилась тому, що імпровізувати, і це було круто. У нас був дуже крутий режисер Поліна Карабейнік. Вона вміла нас включати, вона знаходила до кожного свій підхід, і це було дуже круто. Також я навчилась ще розслаблятись на публіці і нормально спілкуватися з компанією, а не зажиматися. Дякую. Мені понравився режисер, Поліна як режисер. Вона, з однієї сторони, м'яка, але з іншої сторони, достатньо жесткая, она требует все-таки, чтобы ты выполнял, чтобы ты развивался. Она не делает просто, чтобы как бы
прошло там время какое-то, там она читала свой курс, и все разбежались домой. То есть она постоянно пыталась что-то вложить, постоянно работала, постоянно была, как говорится, включена. Я получил огромное впечатление от показа, очень много эмоций, мне понравилось, я хотел бы продолжать дальше. Всем привет, меня зовут Женя. Я хотела бы поделиться своими впечатлениями после прохождения курса по актерскому мастерству в театре Splash. Мои цели были научиться не играть, а наоборот разучиться играть, стать более естественной и научиться честно выражать свои чувства, свои эмоции, вообще расширить круг своих эмоций. И вот здорово помогла Полинка, наш режиссер, которая прежде всего сплотила команду, то есть 16 человек абсолютно разных, с разными запросами и с разными проблемами, какими-то комплексами, зажимами. У нее получилось найти подход к каждому, она знает, когда нужно погладить по голове, когда нужно вставить волшебный пендель. Здорово получилось у нас в спектакле сыграть. Осталось очень много теплых, взрывных, бешеных эмоций. И лично мне будет очень этого не хватать. Привет, меня зовут Маркова Ира. Я прошла интенсив-курс в Сплэше. Впечатление. Сегодня утром перед показом я очень волновалась. У меня тряслись руки, ноги, внутри все тряслось. Но когда была под последняя репетиция, вот последние там минуты, как-то все просто отпустилось, все прошло, вот эти нервы, я просто об этом забыла, о том, что я нервничала, и, наверное, вот это то, что учила Полина, быть в моменте, просто забыть о том, что ты выступаешь, то, что на тебя смотрят, просто кайфануть, и это было очень классно. Я не видела даже зрителей, то есть в один момент там я немного отвлеклась, я посмотрела в зал, увидела знакомые лица, немножко там такое стрёмно было, а потом я просто отключилась от этого всего, и мне очень понравилось. Какие навыки я обрела? У меня была проблема, я не могла разговаривать вообще, то есть я разговаривала с закрытым ртом, сейчас я могу свободно. Да, есть еще какие-то такие, немножко нервничаю, но в целом нормально. Мне понравилось и хочу еще. Привіт, мене звати Олесь Пінчук. Дуже задоволений показом. Ви не бачили, що було перед, тому результат прям дуже сильно мене здивував. Приємно здивував. Здивувала мене імпровізація, мені дуже сподобалась імпровізація саме. І коли ми заходили вже за колісу, кожен відчував певний якийсь кайф. Це було досить прикольно. Чого навчився? Кожен досвід на сцені – це є певна практика. І цього разу ми були в новій команді, і нова команда показала, що навіть якщо за 2 місяці ти вперше, можна зробити певний якийсь результат. Тому дякуємо Поліні за те, що вона нас зібрала, нас кричала, але це все було для того, щоб результат вийшов, ви бачили. Тому дякуємо. Здравствуйте, мене зовут Станислав Вережак. Перше моє впечатлення, наверное, як тільки показ почався, все, у мене голова відключилась, я почав кайфувати, почав ловити вот ці емоції необычні, радуватися всьому. Правда, я не понимал, что происходит. Были у меня ошибки, неприятно, конечно, но, в общем, я очень рад. Мне очень понравился этот показ. Я научился, наверное, я лучше стал взаимодействовать с партнерами, потому что раньше у меня не было понимания взаимодействия. И хочу поблагодарить Полину за такие ценные навыки, за эти все практические занятия. И спасибо, Полина. Всем привет, меня зовут Валера, мне 16 лет, я был самым младшим в группе театра Splash. В общем, хочу рассказать о показе. Я думал, что будет все хуже, что будет все дольше и вообще будет страшно. Но было не страшно, было весело.
какой-то момент я забыл, что у нас показ, я думал, это очередная репетиция. Самый лучший режиссер, с которым я работал когда-либо. То есть я еще работал в кино такие себе режиссеры. Вот Полина вообще топ, только у нее учить, вот. И чего еще? Научился я за этот курс немного. Но я научился работы в команде, общения в коллективе и очень много веселых игр и забав.